Комикс ФНАФ не такой, как все. Ты заменила старого лиса, верно? Я никогда раньше не видел тебя лично, потому что ты и этот цыпленок всегда избегали меня. Они придут завтра, не так ли? Почему они просто не сдадут их в лом? Если бы все было так просто, кролик. Компания всегда готова сэкономить на любых оставшихся запчастях для вас, аниматроников. Оставшиеся запчасти? Зачем они нам нужны? Я не хочу, чтобы они бродили здесь, особенно этот лис. Он собирается разрушить все здесь. Вот почему я здесь, чтобы помочь вам. Почему мы должны доверять тебе? Вы меня не знаете, но я знаю все об этих аниматрониках. Поэтому вы должны мне доверять. Вы не сможете избавиться от них, особенно от того лиса, о котором ты говорил. В этом парне что-то есть, Фред. Хорошо, договорились. По-любому охранника не будет здесь до тех пор, пока это учреждение не откроется. Так что нам придется сделать это побыстрее. Но я знал, что ты планируешь сделать. Почему ты не выполнила приказ? Или ты хочешь помочь этим отбросам? Да, хочу. Давайте посмотрим, что же я могу сделать. Отойди от нее! Умри! Манго! Фредди? Чика, думаю, нам лучше следовать за ним. Ты, Чика, с ним все будет в порядке. А? Сама подумай, есть причины, по которым он ушел. И ему потребуется некоторое время, чтобы пожалеть о решении, которое он принял вначале. Слишком поздно, лис. Нет. Это был твой призрак, да? Спринг Бонни. И что бы ты ни сделал с Бонни, мне это вообще не нравится. Фокси больше не позволит тебе создавать проблемы другим. Так что давай. Покончим с этим! Пойми, на этот раз бой не начнем сейчас. Прощения просим, если сильно напугали вас. Мне так страшны, пока дневной свет не погас. Ты будешь счастлив, если выживешь полночный час. Пойми, на этот раз